Доброе утро, мои любимые. Доброе, прекрасное питерское утро. Я только недавно проснулась, ну, может быть, с полчасика, может, с часик. Времени сейчас, наверное, уже часов 7 утра. У меня голос еще сонный. У нас с вами сегодня 24-е. Я думаю, кстати, хожу в шортиках, потому что довольно-таки тепло. 24 февраля 2022 года. Четверг. Не забудьте поздравить Власа, Всеволода и Дмитрия. Я проснулась, и чем же я занималась? Смотрите, какие у меня магнитики. Этот я привезла из Дивноморского, этот тоже из Дивноморского. Этот не знаю, для чего я его. Тут, наверное, ручку надо вставлять или что, такой магнитик странный. Это мне подарила Галинка. Отдыхала в Дивноморском, подарила мне, сказала, что вот этот камешек приносит благосостояние. Вот этот я тоже где-то нашла. Так мне понравился. И такие есть магнитики малюсенькие. В общем, я проснулась. И у меня тут же родился стих. Хочется с вами поделиться. Я понимаю, что это для кого-то испытание. Времени 7:07, видите. Загадывайте желание. Загадываю. Нет желаний. Сейчас я вам прочитаю свой стих. Ну, конечно, тем, кому интересно. Кому не интересно, выключайте. Выключайте. Ну, давай, Люся, что так долго? Как моя бабушка всегда делала. А я ржала. Просыпайся, голосок. Проснись и пой, попробуй в жизни хоть раз. Да, голос у меня, конечно. Почему такой? Такой, какой есть. Итак, стих. Нашла. Я вне полов, вне догм и расстояний. Я сердце стук, любовь и тишина. Я вне времен, обид, стенаний. Я нежность рук, я новь и чистота. Я корабли и облака, и горы. Я ветер рамты, солнышко лучи. Я тот, кто разрушает все заборы. Смотри в себя, увидишь, я есть ты. Я дождь и снег, погоды, перепады. Я самая красивая строка. Я волны океана, водопады. Добрее всех, а иногда строга. Я в луже звезды и в руке снежинки. Я капли с крыш и их прекрасный звон. Я для кого-то... А для кого-то просто я Иринка. Для пробужденного я он. Я все во всем, и ты, и он, и каждый. Мы все одно, и реки, и трава, и каждый атом в мироздании важный. Любите жизнь, скажите ей ура. И поставила вот такую вот картиночку. Почему-то поставилась. И поставила такую прекрасную музыку. Цените каждое мгновение. Любите жизнь. Люблю вас, мои хорошие. Всем прекрасного четверга. Все, завтра уже пятница. Спасибо, что вы есть. Ну, а я буду просыпаться. Сегодня хочется почему-то сходить на набережную. Давно не была. И Ларисочке обещала. Ну, вернее, она просила. Так что, наверное, пойдем на набережную. Может быть, солнышко будет. Люблю вас. Всем прекрасного дня. Спасибо, что вы есть.